Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Покрытые жиром кухонные шкафы можно отмыть за полчаса домашним средством. Мытье кухни может превратиться в настоящее испытание. Дело в том, что со временем жир, которым стреляет сковорода в процессе жарки, крепко оседает на всех поверхностях, расположенных возле газовой плиты. Из-за этого настенные шкафы, плитка и приличная часть столешницы покрывается им. Но есть одно эффективное средство для отмывания поверхностей от жира. На уборку у вас будет уходить не более получаса, да и то большую часть этого времени можно заниматься другими делами в ожидании момента, когда жирный слой попросту разъестся. Для приготовления данного средства вам потребуется столовая ложка соды, стакан кипятка и 100 грамм темного хозяйственного мыла. Также понадобится глубокая миска, кухонная тарелка и миксер. Готовится средство очень просто. Первым делом возьмите терку и измельчите с ее помощью кусок мыла. Полученную стружку заливаем стаканом кипятка, а затем тщательно перемешиваем при помощи миксера до образования пенной массы. Через 15 минут туда следует ввести соду и еще раз хорошенько все перемешать. Средство готово. Как же отмыть поверхность от жира? Приготовленную смесь следует нанести на те участки, которые нужно отмыть, после чего оставить на 20 минут. По истечению этого времени массу следует снять мокрой губкой, а вместе с ней старый жир. Могу поделиться с вами еще одним рецептом эффективного средства для очистки кухонных поверхностей от жира. Для его приготовления нужно смешать растительное масло и соду в пропорции 1 к 1. С готовой массой поступаем так же, как и в предыдущем случае. А какие подобные полезные лайфхаки можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал.